подлежит восстановлению, да? Подлежит, конечно, а ты что? Сейчас за него руки дойдут, броню утащит. О! БМП, блин. Журналисты, журналисты. Подлежит восстановлению. Да. Начинается эвакуация трофеев. Рим. Что такое Рим? Ай-яй-яй-яй, они ругаются на нашего президента. Такие нехорошие пацаны. Работает. Хорошо. А вот красавец. Практически целый. Тоже отжато. Шестьдесят четверка с трактами. Много добратов на одном перекрестке. Два танка, два БМП, инженерка. Это я через 3 дня приехал. Это же наш-то. Украина, Панат, Усе. Ну не Панат, а на севере. Западе. Юго-западе. Рим. Что за Рим?